Всем привет, с вами Лего, и это Голодный Афганистан. Причем реально называется так карта Афганистан. Блин, хорошо, хорошо. Ну что, поехали, попробуем кого-нибудь раздавить. А зачем деньги здесь, ребята? А, это чисто из мода, типа обычно. Вчера себе здесь люди играют. Деньги. Зло было лайнами. Погнали. Погнали. Вон один я ящик вижу на холме, второй вижу, но туда за ним. Прогнали. Вон мой ящик. Ой-ой-ой. Вон мой ящик, и он ближе, чем твой. И это печально. Это печально. А где мой ящик? Нет. Где мой ящик? Хля, нова! За мной бегут. Круто. Понятно. Лего. Я тебя беру в заложники. Ладно, только не стреляй. А ты остановись. А что я буду делать с тобой в заложники? Ой, это какой-то изи. Давай я тебя убью, что ли, тогда. Не надо меня убивать, не ты надо, я только начал. Я даже ничего не сделаю тебе. Да ладно, не слышишь. Я мир. А чё вот в этом доме ничего нельзя забрать? Пойдём, что за фигня? Чё возьми? Вот здесь есть, смотри. Прикинь, здесь оружка есть. Убивает, чувак есть. Нам идет какой-то, чувак нам идет. Ты его шатнул? Да, меня шатнули. Пошли дальше. Пошли нормально. К нашим. Пошли. Вот, короче, как можно, даже в Counter-Strike можно дружиться в голодных играх. Знаешь, не убивай, чувак. Прикинь, как будто реально голодные игры, и я подружился. Вот это прикол вообще. А на машине. Не убивай. Давай на вертолете полетим. Вот, бежит. Это свой. А, свой? Окей. Не убивай меня тоже. Вон, еще. Я свой. Вот там, я свой. Вон, дальше, я... сзади же. Свой. Я с Димой. Ё-моё. Сколько вас? Погнали контров искать. А на хаммере нельзя поехать, что ли? Почему нельзя на хаммере поехать? Я бы поехал. Я был бы водителем. От бога. Сейчас они нас убьют, походу. Пойдемте на вертолете полетаем. На вертолете голодные игры от души. Да. А здесь могут быть калаши какие-нибудь там, эмки. Да. В ангаре. В первом ангаре. Пошли. В первом, где? Там понял. Шарахаем. Вон он еще вон, сзади еще идет. Сзади еще в большом ангаре, втором, сейчас маленьком. Давай, щемим его. Щемим большой. Вон он. Погнали. Вали его. Ого. Смотри, что делает. Меня убили. Меня залагал. Давай. Идите нас с этой новой, говно собачье. Я ему в голову попал. Мочи его. Где он за камнем был? Куда он смотрел? Его убили. А, убили? Блин. Че, погнали на вертик? Как им пользоваться? Подожди меня. Ну стой! Ну а я же, А как же я? Тут еще последний где-то. Ты меня бросил. На горе, ребят, на горе он. На черной горе, огромной черной горе. Пошел здание, где крысил этот дахнул. Нет, идет в противоположное направление. Так, он тебя видит. На горе. Кого видит? Меня видит? Да, на горе. Не, вот этого, Лионеля. Вертолетчика. Вот. Так, что он делает? Короче, здание, где ты прятался, короче, щелкал. Сейчас я завалю. Сейчас на горе его попробую убить. А вертолет он куда летит? Куда потом вертолет летит этот афганистанский? Так он это... Кружочек. И потом что, сядет что ли обратно? Да. Прикольно. Вот это... На какой горе-то? Я не вижу на горе пацана. Нет, такая черная большая гора. Не это черная вижу. Маленькая, не черная вижу. Большая. Вижу. Че, гору-то вижу, а его вот не вижу. Ну вот, короче, на эту гору идешь, там здание будет такое маленькое, прямо на это, прямо, вот там вон он сидит. Вон он, на белый такой. А зачем он не выходит?
Но он типа крысит. Вон на белой горе, посмотрите. На белой горе. Это я же белый, ё-моё. Это я, блин. Не, он в этом. Он в маленьком здании прячется. Ты на меня инфу, что ли, давал? Нет, нет, не это. Вон там, короче, где коричневый. Фокс или как. Фохо. Кто стреляет по мне, я в вертолете? Смотри, он пишет в чате, что мы плохие. На какие-то карты, деньги, два ствола. Он стреляет с резинки. Только это я стреляю. Да где он? Я не вижу его. Да он в маленьком здании вроде. А чё он не выходит? Выходи, гад такой, выходи. Это голодные игры. Можно так называть. Вертолет садись, вертолет садись. Вот это прикольно. Дал кружок на вертолете, да? Он в Афганистане. Он в Афганистане, чуваки. Он жарит. Иди вертолет садись, я сажусь. Давай. Сейчас. Там чувак. Какой такой чувак? А, вон он. Где? Где? Да вон, за ангарами какой-то. Он сам улетает. Зачем ты из него не вылез-то? Пока. Пока, блин. Ты второй раз меня кинул уже с этим. Вон он в ангаре, ребята, он в ангаре маленький. Это я же в ангаре. А. Где? Можете на меня инфу давать? Где? Я пошел на него. Я пошел на него в атаку. Где он? Лучше на ножах лучше. Давай это, выходи из Выходи Хо. Из своего афганистанского дома, нет, доставай нож и дерись! Как мужчина! Где ты? Counter-Strike. Он не выходит. Я уже в зоне, где мы начинаем играть. Он на респавне. Это я на респавне. Я знаю. А он где? Он в домике крысит. Ну пускай он выходит. Я на респавне. Я жду тебя, мужик, на ножах. Он по мне шарахает. Это где? Откуда по мне шарахают? Это не с вертолета? А не давайте случайно? Все на ножах потом. Это с вертолета по мне, да? Кто на горячо? Это свой вроде. А мне показалось, что у меня с вертолета стреляют, нет? Да, он нет, прямо иди, нет, другое направление. Какое прямо? Куда? Вон, видишь, домик, нет, нет, назад, нет, повернись на несколько градусов, вон там домик есть. Вот это маленький, дом, что ли? Вот да, это? Да, 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 он там, он. Чё он там крысит-то сидит? Ты с вертолета? Лего, привет от Дмитра. Привет. Награда какая-то, смотри, год тупой. Чё ты меня убил, ну ё-моё. Ой, я думал, я не ты. Смотри, что он делает. Лего, помнишь, в Расте он тебя на чаепитие брал? Кто? Зыбок. Здорово. Я затащил раунд, как ничего не понял только. Только стал играть. Я победитель Афганистана. Попозже пойду. Я победитель Афганистана, ребята. Ай, не гони. Говорит, не гони. Ну открывай, клетка. Почему клетку не открывают? На 30 секунд сделали. Они открыты, ты не видишь. Гол на ножах. Во, все можно... на ножах давай, гол на ножах. Я убежал. Нет, давай на ножах, все на ножах. Я убежал с ножом. Надо было драться, ты не мужик. Как спрятать нож, чтобы не драться? Как драть? На эту гору разобраться? Вот ты козел, я нашел. Ой-ой-ой! Я на ножах, вот. Давайте на респекте на ножах. Бежим, какие нахрен. Я уже тут одного убил на ножах. Нет никого. Хорош, там нет никого на респах. Я тут бегаю, что у тебя? Винтовки. Стрёмные винтовки. Вот говно зарезать хотел меня. Вообще пустой. Пустой шлак.
Режем их, режем. Надо на вертолет срочно. На вертолет и валить. И валить с этой дверью. Чё, братку убили? Чё, братков убили? Вы чё, братьев убиваете? У меня 35 хп. Кто стреляет на респ? Кто стреляет на респ? Я на респ. Ребята, у самолета, ребята, у самолета двое. Какого самолета? Вертолет. Кто его убил? Ну за что? Ну гол к нам. Let's go, let's go. Давай на ножах посередине. На ножах, давай, на давай приколемся, разок. Давай приколемся. Давай. На ножах все. А что там ножей-то мало? Да. Здесь больше людей, чем ножей на земле. Все, щемим за ножами, как профессионалы ножей. Ладно, не. Погнали. Не, нам надо. Это будет весело. Это будет весело. Ну же, открывай ты клетку-то мне. Да дайте нож-то, мне ни одного ножа не дают. Мне ножа не хватило. Глебок тебя приглашает домой. За мной братья. Бежит, за мной бежит убийца. Я там бежу. За мной бежит убийца. Как быть? За мной 500 человек бежит по ходу дела по топотам. Нет, за что? Я хороший. Нет, пусто, пусто. Чувак, я хороший, за что ты меня так? Что, ножи все-таки не начали, все-таки вы перестреливаетесь? Какой за мной какой-то Аллах Акбар бежал? Поперестреливаемся. Все равно еще лагает. Я люблю деревья. За мной какой-то опасный Counter-Striker бежал. Иди сюда, тут это... Ай, там боже. Кому можно в клан идти? А что, не достает, что ли? Стреляешь. Убил. А кто на горе? Убил, братан. Лего, ты на горе? Да, я на горе. Я тоже. Нет, тебя там. Не вери. Лего, это ты на горе? Да, это я на горе. Я умер. Зачем ты умер, братишка? Не умирай. Живи, брат, ведь скоро 1 сентября. А только 1 сентября! Ну где вы? На вертолете кто? Вадим, нет, короче, около... Где вертолет стоит, около него есть там. И чел идет. Видел я. Видел я, пацан, тебя. Около ангара. Около генгара, да? Около ангара. А я в вертолете. Не ври. Нету там никого, зачем врать? Я правда возле вертолета. Есть один уже ангар. Стреляю по нему. Нет. А за деревом после ангаров, короче. После всех. Нет там не никого. Встал хотя бы? Что? Вот это Афганистан рулит, вообще бомбежка какая-то полная. О, видел. Ага. Справа там гарпу. Что? Да. Алло? Справа от ангаров, если срез посмотри. А, откуда? Кто это? Меня кто-то стрелял. Меня запалили. Надо бежать. В страхе причем. Горь, опять у меня вертолет. Все спрыгнули с него. На! Давай, давай. Пойдем все наверх. Перезапуск матча. Давай поменяем карту. Кого убил? Какую карту? Еще есть прикольные карты, да? Да, много.
Почему она такая огромная? Вертолет полетел. Это огромная карта считается? Нет. А в вертолете кто? Я. Нет, ты как добавляешь? А как ты вертолет водишь? Он сам водится. Нет. Ты на Е нажимаешь и все. Ты сядь за руль-то. Сядь за штурвал. Так я за ним. Нельзя его водить. Он сам по себе. Пускай просто за штурвал сядет, просто. Типа да он нельзя. Просто? Ну просто хотя бы встанет. Просто. Он стрельбистолевает. Так на вертолете никого нет. Просто такой. Просто сядет. Ну где вы закрылись? А тут наблюдать нельзя, да? Нет, тут нельзя наблюдать. Друг ты читак. А я же вижу. Я читак. Ну где вы засели-то? А? Я сел. А ты где? Один, короче, во втором ручье. Знаешь, кто это? Один на горе. Во втором ручье. На какой горе еще? Я в первом ручье. Вот, есть. Вот, короче, вот идешь на черную большую гору, и слева от тебя будет ручей. Вот там он, короче. В доме, да? Есть, в доме зашкирились, как крысы сидят. В доме, по-любому. Как крыски там сидят, пикером. Ловят крыс, сидят в доме и ловят их. Он от спауна как можно дальше будет. Самая далекая речка. Всё, я выхожу, короче, я не даю. Давай, выходи. Сейчас пару, три выстрела делаю, это, в небо. Давай. Предупредительных, из блока. Начинаю. Давай. О! Я слышал, где это? Где? Слышал, да? Ай, я упал! Я упал! Я вижу тебя! Дайте инфу про обеих, либо дайте, либо вообще не дайте инфу. На ножах опять. Ребят, голову в тиму. Как пацаны. Да. Кто в тиму примет? Иду в тиму за пиво. Кто прям в тиму бегает? В тиму за пиво. Или может дам. О, это Star Trek Керамбит, он прям идешь, там Star Trek Керамбит лежит. А чё нас так много здесь уже? Тут мои подписчики уже здесь шалят, да? Угу. Понятно. Не режь, не режь, нет! Хай-ю-хай, с вами Ивангай. Здорово. Здорово. Я Фрост. Чё, как сам Андиман Фрост, Иван? Как сам Андиман. Ну, не отдам. В натуре. Опа-на. Я бегу к тебе. Кому? Подожди, лопасти, меня лагает, подожди. Меня тоже лагает. Ах ты лопасть. Ах ты лопасть. Я не добежал, короче. Ах ты Дженнифер Лопес. Это был комплимент. Чё, рили? Чё не дали добежать-то, эй? Вы куда бежите-то? Тебя кто-то вертолёт. На лопасти. На лопасти? Ну опять я вы летите, что ли, да? Опять летите? На Казантип. Я тоже хотел полететь с вами на Казантип. Почему 20? Вы меня не взяли? Да им управлять нельзя. Там всё лагает, на самолёте всё лагает. Всё лагает, да? Да не, я летел там нормально. Вообще зашибись там. Го-карту сменим. Не-не-не. Пацаны, го-карту вот сменим. Давай. Уже меня, уже меня. Меняем трусы. Быстрее, перезарядка. Попал по мне, падла. Чё, в натуре пошли? Чё, меняем трусы? Да. Угу. Все. Я сегодня утром менял. А зачем? Ну, каждый день надо менять трусы. Опа-на. Шкирятся там, а? Шкирятся, и кто-то кого-то стреляет. Достану, нет, с этой сраной пукалки. Ой-ой.
Хаюхай, спадми, вон гай. Попал! Кого убил? Нормально. Ну, в общем-то, всем пока. Это был Афганистан. На голодный Афганистан. Коричневый горе. Заходите, играйте. Голодные игры. И не забывайте ставить лайки. Всем пока.